Так, друзья, сегодня речь пойдет о распродаже на AliExpress. Осталось всего неделя, сегодня на 2.11, до распродажи 11.11. Вот я вам сейчас расскажу, на каких магазинах и что я покупаю. Я подыскиваю себе катушку, одну двухтысячную для поплавочной удочки, и одну трехтысячную для легкого спиннинга. Вот. Выбираю я из трех магазинов, в которых я обычно покупаю катушки. Это Pescefan Official Store, вот он. Вот он. Потом Sea Knight Official Store, ну вот он. И Cast King Official Store, вот он. То есть я все ссылочки потом на то, что я подобрал, вам укажу в описании. Итак, погнали. Начнем с Pescefan. Ловлю я уже долго Pescefan Carbonum X катушкой. 2 года я ловлю. На ультралайте, на фаворите она у меня стоит. Вот, достаточно неплохой аппарат. Но брал я его, конечно, вот тут по скидке он будет стоить 3900 на распродаже. Брал его, конечно, 2 года назад дешевле, но этот курс доллара был не такой, как нынче. Обошелся он мне по тем деньгам около 2500. Вот, аппарат достойный, в принципе, меня полностью устраивает. На сегодняшний момент я рассматриваю такую катушку Pescefan Flame. Товарищ у меня ловит на нее. Вот. Говорит, в принципе, неплохой аппарат. 10 подшипников на ней. Вот в чем прелесть. Есть доставка из Российской Федерации. Доставляют они. Вот если сегодня покупать, 18-11, то есть за неделю она приедет. Сегодня 2-е, 16 дней, 2 недели. Вот. В катушке 10 подшипников. Отзывы про нее хорошие. Если сортировать по дате с фотографиями, то вот тут товарищ говорит, что намотка достаточно приличная у катушки, у этой. Вот. В принципе, можно рассматривать как спиннинговую катушку. Не скидывает петель, 10 подшипников, металлическая ручка. В принципе, как один из вариантов, прочитаю про нее еще на ютубе, посмотрю. Вот, как бюджетная катуха, может быть, и пойдет. Также советую. Вот, люнкер они достаточно недорого продают, хороший шнур. Вот. Ловил я таким шнуром 2 года. Единственное, что брал небольшую намотку на тест, по-моему, 135 шульметров. Там, ну, не помню, короче. Вот, но шнур мне понравился, недорогой и хороший. Вот. Так что обращайте на катушку внимание. А вот еще у них, по-моему, там есть какая-то катушка за треху. Вот. Вот это, да. Как она называется. Тоже мой товарищ знакомый ловит. Она очень легкая. Как же она называется-то у них? Блин, хрен разберешься. Этих китайцев. А, Honor XT она называется. Вот. Весит она трехтысячная. Всего 245 грамм. Вот. Если брать трехтысячную, 3700 она сейчас стоит, 2000 стоит, ну, 3700, короче, будет, вот, 3200 она будет стоить на распродаже, то есть, как бы, тоже обращайте внимание. Ладно, пойдем дальше. Того, что мне приглянулось, еще Sea Knight достаточно неплохие катушки делает. Нравится мне модель Sea Knight Trend 2. Цена ее 1420 будет на распродаже. Как бы если брать 2000 из России, то как бы она пишет 1600 будет. Вот. Наверное, 1400 это за 1000 или 2000. 1600 будет. Вот. Тоже сколько тут подшипников-то на ней. Значит, около 10 подшипников. Сейчас посмотрим. В трехтысячной
11 подшипников 3000. Вот они. А, нет, это килограмм. А, да, вот 11. 10 плюс 1. 11 подшипников весит она 267 грамм. Тяжеловато, но, говорят, очень надежно и очень хорошая у нее намотка. Вот. Также отзывов достаточно. Сортируем также по дате с фотографиями и смотрим, кому как. Ну, вот. Далее смотрим Каскинг Official Store. Тут как бы эти катушки я рассматриваю для поплавка. Вот. Либо Криксус, цена у него будет от 1155, либо Центрон. Вот я больше склоняюсь к Центрону. Вот. Также у меня есть Каскинг Брутус. Такая катушка, ловлю я ею на даче, на легкий спиннинг, там окуней с указательный палец, 2000 серии, вот из Российской Федерации, 1350 будет цена, брал ее весной за 1120, что-то, когда Галкин рекламировал, что-то типа того. А вот. В принципе, за свои деньги катушка неплохая, обратите внимание. Итак, теперь поговорим об этой модели. Это Каскинг Цитрон. Такая черная, 2000-ая. Из Российской Федерации будет вообще 1215 рублей стоить. Вот смотрите. Вот. 10 подшипников на катушке. Единственное, что про нее плохо говорят, что она плохо мотает. Вот. Тут отзывов всего 6. На Ютубе отзывов больше. Двояко о ней разговор идет. Кто-то говорит, что хорошо мотает, кто-то говорит, что плохо мотает. Вот. Ну, посмотрите. Вот. Ну, все, на этом все. Ссылочки я вам оставлю на каналы, точнее на продавцов и на катушки в описании. Подписывайтесь на канал, буду признателен за подписку. На этом все, всем удачных рыбалок.